После оптимизации воронка преобразилась, притом преобразилась капитально. Путь кандидата начинается в CRM-системе. Нам удалось сократить время реакции на отклик до нескольких минут, подключив все входящие обращения в CRM-систему. Переписка с потенциальным кандидатом осуществляется из AMA CRM. При этом мы настроили систему таким образом, что ряд шаблонов сообщения отправляются автоматически внутри процесса. Сотрудники колл-центра перестали тратить время на выполнение рутинных задач, тем самым больше времени уделяя на обработку новых лидов, повышая конверсию. Сервис-гигант соединяет людей, которые ищут подработку, с ритейл-компаниями, нуждающимися в исполнителях в пиковые часы. Когда магазину необходимы сотрудники, например, кассиры, мерчендайзеры или уборщики, он публикует вакансию в приложении «Гигант». В нем исполнители выбирают удобное время, место для подработки и оформляют заявки. Благодаря «Гигант» ритейлеры экономят на фонде оплаты труда сотни миллионов рублей в год, а исполнители получают возможность быстро поправить финансовое положение. Ежедневно в «Гигант» обращаются тысячи людей. Важно обеспечить подработкой каждого, не упустить ни одной заявки и дать быстрый ответ. Чтобы справиться с этими задачами, компания внедрила AMA CRM. Мы работаем благодаря большому объему как магазинов, так и исполнителей. Нам постоянно требуется привлекать все новых и новых, так как мы позиционируем себя и по факту являемся подработкой. Для многих это временно, и нельзя долгосрочно сохранять полную базу. А это означает привлечение. Как только мы начали масштабироваться, без адекватной CRM-системы это все превращалось в хаос. Рекламные бюджеты попросту исчезали. На старте проекта мы начали с аудита процессов привлечения и подбора исполнителей. Нам удалось определить ряд существенных проблем, которые так или иначе мешали эффективной работе сотрудников. Во-первых, это большое количество ручных действий сотрудников. У нас не были интегрированы все источники с AMA CRM, поэтому менеджеры работали в нескольких окнах одновременно. Вследствие этого заявки из этих различных источников они переносили в AMA вручную. И какие-то заявки они могли пропустить, какие-то могли по собственному желанию, например, не довнести, потому что этот процесс он никак не контролировался. Вся коммуникация с кандидатом в мессенджерах осуществлялась с помощью личных WhatsApp сотрудников. И это повлекло ряд определенных трудностей. Во-первых, вся коммуникация была непрозрачна, руководитель не понимал, о чем там взаимодействует наш сотрудник с потенциальным исполнителем. А во-вторых, эта коммуникация никак не была автоматизирована. А также была такая техническая проблема, как большое количество дублей в CRM-системе, что рушило в целом логику работы бизнес-процессов. Для подключения телефонии мы использовали виртуальную ATS CPUNI. Их удобную интеграцию с AMA CRM. Кроме того, мы использовали сервис TextBack для интеграции AMA CRM с WhatsApp. Далее мы подключили все входящие источники входящих обращений потенциальных исполнителей в нашу CRM-систему. При этом позаботились о том, чтобы на старте все обращения проходили дедупликацию и создавались в CRM-системе с проверкой на дубли. У нас были серьезные изъяны с дублями, особенно учитывая, что типичное поведение нашего кандидата – это человек, который ищет подработку и, соответственно, часто оставляет заявку на два объявления, каждый из которых разместили. Благодаря автоматизации нам удалось полностью устранить эту проблему, даже включая случаи, когда люди меняют телефоны. Вследствие интеграции всех источников, во-первых, удалось настроить контроль дублей, так как все источники поступали через платформу «Ядро», это внутренняя платформа интроверта, у нее внутри есть контроль дублей, собственно, благодаря которому мы с этой проблемой разобрались. Теперь сейчас переписка с потенциальным кандидатом осуществляется из AMA CRM. А при этом мы настроили систему таким образом, что ряд шаблонов сообщения отправляются автоматически внутри процесса. Например, мы не дозвонились до кандидата, и у нас система автоматически отправляла соответствующий шаблон нашему потенциальному исполнителю. После оптимизации воронка преобразилась, притом преобразилась капитально. Путь кандидата начинается в CRM-системе. Нет никакого взаимодействия ни с площадками по поиску работы, ни с соцсетями, ни с другими каналами снаружи ее. После этого идет этап квалификации в разных вариациях. И маршрут разделяется по разным воронкам, без какого-то хаоса, в зависимости от конкретного типажа человека и конкретного типа подработки, на который он претендует. После этого все
воронки смыкались в финальном этапе, при попадании в который карточка уже автоматически переносится в нашу HRM-систему без какой-то дополнительной дыры или ручной работы. Один из ключевых показателей, которых нам удалось добиться, нам удалось сократить время реакции на отклик до нескольких минут, подключив все входящие обращения в CRM-систему. А тем самым нам удалось увеличить показатель конверсии в квалификацию потенциального исполнителя на 25%. Кроме того, одним из важнейших показателей, который ранее замерял заказчик, являлся скорость вывода потенциального исполнителя на подработку. Нам удалось сократить этот процесс в 2 раза. Мы автоматизировали полностью процесс онбординга. За счет этого сотрудники колл-центра перестали тратить время на выполнение рутинных задач, тем самым больше времени уделяя на обработку новых лидов, повышая конверсию. Благодаря внедрению сервиса автоматизации бизнес-процессов Sensei нам удалось сократить время на первичную обработку кандидата в десятки раз. Если на старте проекта на первичную обработку уходило до нескольких дней, то после того, как мы автоматизировали все рутинные действия, все входящие обращения завели в CRM, время на первичную обработку сократилось до нескольких часов. После нашего CRM-проекта по автоматизации бизнес-процессов сотрудники команды «Гигант» способны обрабатывать до нескольких тысяч лидов в день.